Шкалатрончики, привет. Итак, Кубок Англии. Играем против Халл Сити. Надо этот волшебный кипарик одеть, чтобы победить в этого грозного соперника. Потому что у них на логотипе тигр, ну нафиг. Опасно, могут покусать. Выпускаем свеженьких нападающих наших. Меняем центральную свою защиту, ось. На замену сегодня выпустим левого еще полузащитника, центрального нападающего. Дальше по защите. Молодняк повыпускаем. Донаруму поменяем на Фабианский. Интересно, почему Фабианский еще не в форме. Далее поменяем нашего центрального защитника. Карьеру поменяем вместо Фергюсона. Педросу на левого защитника нашего Сосу. Есть такое, и выходим на поле, ребята. Так, посмотреть, как я тут в кадре. Нормально все. Тара-та-тара-та-тай. Нанай, нанай, нанай. Все, приступаем к матчу. Хочу раскачиваться. Сразу идем в атаку. Всеми силами. Командный прессинг включаем. Численное преимущество. И все в атаку. Все, все настроено к битве. Да будет мясо. Здесь я с мячом. Прокидываем наперед. И удар сразу. Его заблокировали. Отлично. И удар. Хорошо. Угол бил, воротник отбил. Все сыграли хорошо. Так, 14-я минута, еще 0-0 у нас счет. Может получиться интересная атака.
Ох, как хорошо в девятку забил. Был риск, что вообще выше ворот ударит игрок. Но получилось идеально и очень красиво. Воротник только провожал взглядом мяч. Ох, отличный перехват. Да, немножко я молчу в этом матче в большей степени. Ничего не вещаю. Пас в центр и в пустые ворота. Гол 2-0. Хелл Сити проигрывает Вест Хэму. Отлично. Передачу Леал выжил с мячом, пас на Корею, пас назад на Айеки, Айеки на Коинсенса, на Сосо, Сосо на Факи, Факи навес. Не получилось удара. Оп, передача хорошая. С разворота попытался защитника и пробил головой. Отлично. Ну да, где-то ж должен был потерять мяч. Видно, что Хелл Сити слабая команда. Есть игрок впереди, пройдет передачу. Забивать можно. Легко их обыгрывать. И при большом желании можно их обыгрывать с большим результатом за первый тайм. Просто довожу моменты до верного. Как сейчас. И гол 3-0, а Йети забивает. Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разрыв. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. Первый тайм еще не окончен, а судьба уже решена, как в 2017 году в полуфинале Бразилии. Как здорово он игру читает. Хороший пас на Локмана.
Лапнин с мячом. Пас в центр. Да, с него угла ударил и попал в штангу чуть. С рикошета еще и гол не забил. Поставлю микрофон себе поближе. Подозреваю, что во втором тайме футбол может напоминать показательное выступление. Как детектив, он интерес уже не представляет. Отличный гол в девятку. Красиво. Смотрим на повторе, как это было. Если бы с лета еще этот удар был. Без прокидывания вперед было бы еще красивее. Чтобы удар набирал только высоту, было бы намного интереснее. Нам пишут такой следующий матч 31 октября. Так, у нас будет 2 месяца уже до трансферного окна. И нужно будет начать поиски центрального защитника. Давать задачу, чтобы следили для усиления ротации. Есть гол. 5-0. В этом матче сделаем тоже замены на других игроков ротации. Заменим Фати, Аети. Диангану поменяем с Негреном. Еще центрального опорного полузащитника поменяем. Все, можно играть дальше. Замены произвели. У нас есть уверенная победа 5-0. Третий матч сыграно, последние полчаса игры. Перехват в центре. Пас на Мигрена. Пас в центр. Ляо. Уже в этот понедельник у нас будет жеребьевка Лиги Чемпионов, Лиги Европы. И каждая команда, которая прошла в весеннюю часть Еврокубка, узнает своих соперников. Будет интересно понаблюдать за жеребьевкой, посмотреть, кто кому попал, какие команды. Прокидываем. Блокируем. Супер. Пас. Пас. И удар. Есть гол. Вы только посмотрите, как он управляет мячом. Нижний угол оставил мяч, как будто никого.
преимущество становится просто неприличным. Ну и провокационный вопрос, хотя ответ известен. Как думаешь, болельщики довольны сегодня? Ой-ой-ой, как сбили прокат, что стоит красный фраз. На угловой выбивает защитник. Сам того не знаю. И подача. Дай пас, не жлобись. А ты можешь... Что ты можешь? Там такая защита. Давай к своим воротам. И будем начинать заново атаку. Пусть зоны освобождают. Фабианский выходит с ворот. Многих игроков беленьких вытащили на нашу половину поля. У нас обрезочка идет. Это все было не специально сделано. Чтоб если что знали. Если пропущу. Я лоханулся. На Леао передача. У нас на забегании был полузащитник наш. Кстати, у меня там уже силенок-то не хватало, так что я думаю, он бы не успел бы на это забегание. И сейчас хорошая передача и гол. И главный вопрос, офсайда не было. Все, 7-0. Адам забивает, топорный полузащитник. Он даже умеет забивать у нас. И играем дальше. Перехват. Причем я не напрягался забивать все эти голы. Играю в удовольствие, не спеша. И сейчас, кстати, забили красивый гол. Красиво разыграли. Была передача не парашютиком наперед, а просто навесом. Обычным навесом. Обрезали четырех игроков. И вывели игрока на ударную позицию. И он красиво забил в девятку. И этот гол у нас забил Кьюсенс. Полузащитник наш молодой, многообещающий. Можно играть дальше, крутить мяч. Игра в подкате была успешная, но игрок остался с мячом. И штрафной. Я сыграл в мяч. Желтая карточка моему игроку. Это Локман, полузащитник. Сейчас будет навес. Идет навес. Подбор у Hull City. И теперь моя контратака. Хороший выход. Один на один. Диагана выходит. И в ближний будет ударный. Получился удар по центру, и воротник его отбил. Ну, там, грубо говоря, в воротника был удар. Не самый лучший удар получился. С таких позиций нужно забивать. Ну, и такое случается. Отобрали мяч. Пас. Сейчас тоже будет пас. Еще пас. Навес. И удар. Не дошло до удара. Защитник выбил на угловой. Навес. Удар. И мы мяч забиваем с офсайда. И его, естественно, не засчитывают. Воротник выбивает просто в центр поля. Надеюсь, что я не забью им девятый гол. И, по всей видимости, я его не забью. Да. 8-0, уверенная победа. На пресс-конференцию сейчас, наверное, пойдем. Так, далее. Да, пресс-конференция. И идем на пресс-конференцию. И что у нас будет спрашивать? Вы ждали настолько убедительной победы? Игроки молодцы. Мы отвечаем. По Йети. Вы ожидали, что Йети оформит хитрик?
А эти это пример для всех, мы отвечаем. Сегодняшняя игра могла бы сложиться по-другому. Нужно сосредоточиться на следующей игре. No further question. Все. До новых выпусков, друзья. Пока.